Привет, вы на канале Ростиксена, и я хочу вам рассказать о том, что трейдер в биткоине зарабатывает меньше всего. Например, берем другую криптовалюту AVAX и биткоина в последнем цикле роста и сопоставляем. Как думаете, какая монета больше всего выросла в цене? Биткоин вырос на 139%. Вы удивитесь, AVAX вырос на 1451%. Это значит, трейдеры, которые купили в начале весны биткоина, заработали 10 раз меньше. К примеру, если вы купили бы биткоина за $100, вы заработали бы $239. А если бы купили AVAX, заработали бы $2451. Это обосновано тем фактором, что биткоин уже состоявшаяся валюта, и его цена в рамках криптовалюты уже стабильна. То есть биткоин не сможет дать такие иксы сейчас, как у него было, когда он только начинал расти. Поэтому новые перспективные монеты дают больше профита, чем биткоин. Но это не значит, что новые монеты лучше, чем биткоин. Вы должны понимать, что большинство альткоины может упасть до нуля или вообще исчезнет из рынка, забрав с собой все ваши активы. Альткоины — это все монеты, кроме биткоина. Поэтому вспоминаем, цена криптовалюты ничем, кроме доверия трейдеров и пользователей, не обоснована. И как только она потеряет интерес аудитории, цена валюты упадет. Такая участь не грозит биткоину, поскольку эта монета проверена временем, и его инфраструктура, принцип работы в руках самих пользователей. Это воистину валюта свободы, и она пока не потеряет интерес, вряд ли упадет в цене до нуля. Риск в биткоине меньше, но и профит тоже меньше. Но это не значит, что в биткоине 100% получите хорошие иксы. Поэтому я хочу вам рассказать о трех монетах, которые, возможно, вырастут в цене. А какую биржу выбрать для торговли этими тремя монетами? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей. Но KYC не обязательно. Polkadot – это децентрализованный блокчейн с открытым кодом, фундаментальная сеть, которая позволяет на своей основе разрабатывать парачейны, тем самым упрощая разработку блокчейнов новых проектов. Polkadot – это сеть, которая соединяет блокчейны в единое пространство. Этот блокчейн гораздо быстрее, чем биткоин, и может проводить тысячи транзакций в секунду, когда биткоин способен только на 7 транзакций в секунду. Каждый день в криптоиндустрии создаются новые проекты, но лишь малая часть из них заслуживает внимания. И Polkadot один из таких проектов, который еще покажет себя, потому что разработчики этого проекта нацелены на внедрение криптовалюты в нашу реальную жизнь. Разработчики дальше продолжают усовершенствовать платформу, и это будет влиять на цену монеты. В криптовалюте самые важные критерии для роста курса – это функциональность и идея проекта, скорость и цена транзакций, а также действия разработчиков, которые вызывают шум около проекта. Поэтому перспективные монеты, как Polkadot, способны расти в цене. Но не забудьте, что это просто возможность роста, поэтому анализируйте рынок и создайте стратегию, исходя из информации, которая доступна вам. Polygon – проект, призванный решить проблему масштабируемости, которая сейчас заметна у большинства криптовалют на базе эфирума. Здесь эти проблемы планируется устранить путем использования побочных цепочек. Цель разработчиков – создать эффективную децентрализованную
связь с мгновенными безопасными транзакциями. Avalanche – платформа, предназначенная для запуска DeFi-приложений и развертывания корпоративных блокчейн-сетей в масштабируемой единой экосистеме, поддерживает все те же инструменты разработки, которые поддерживает Ethereum. Транзакции в сети подтверждаются за одну секунду. Эти монеты могут в потенциале вырасти. Разработчики этих токенов всеми силами пытаются популяризировать криптовалюту и внедрить технологии блокчейн в реальную жизнь. И это у них успешно получается. Функционал проектов и их реализация идей тоже улучшается с каждым разом. Поэтому я ставлю на эти 3 монеты. Но это только моя точка ведения, и не обязательно, что мои прогнозы сбудутся. Так что сами анализируйте рынок и помните, всегда есть риск потери средств. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.